О, Юрию отправлю сейчас. Вот эта дверь, да? А, дверь тоже вообще красивые ставили. Супер. И зашел здесь вот ванная. Здесь уже закончили ремонт. Катель такой вот ставили. И душевая. Потолок доделали. Это электрический полотенчик, да? Да, это электрический полотенчик ставили вообще. Красивый. Ничего себе, откуда крепится? А вот здесь. И вон там покрепили. Все. Все. Вот так вот. И вообще красиво сделали. Вот. Открыл здесь. А еще там зеркала. И открыл так вот. Красиво. Итак, с этой стороны тоже зеркало, с другой стороны тоже зеркало. Вообще. Это, наверное, а вот так вот. Так, открыл. О. Вот там все механизмы внутри. И здесь вот так закрываем. Здесь что-то будет внизу или так оставляете? Все так. Так и все. Ты имеешь в виду что? Ну, открыто, да, будет? Да, не, это подвесная тумба, да, здесь. А-а-а. Смотри, а-а-а. Здесь у нас вообще, у нас везде датчики, Нептуны, по всей, где здесь мокрые все есть зоны. Например, стиральная машина, здесь санузел подраковины, здесь тоже, там датчик протечки, система Нептун, там под туалетом. Туалет, значит, тоже датчик протечки. Значит, вон он. Вон. Все. Датчик протечки внутри. Внутри тоже, где стояк, тоже датчик протечки такой стоит. Еще. И здесь на кухне тоже у нас, да, вот выведен датчик протечки. Везде, где капля упадет, автоматически перекрывается вода. Вот Нептун система. Вот. Закрытие кранов автоматическое. Здесь блок управления. Вот Нептуном. Вот. Он подключен. Это проточный водонагреватель. 8,8 киловатт потребления. Да? Греет воду, бля, вообще просто не замечаешь, бля, да? Что ее нет. Ничего не ждешь. Вот. Отлично сделали. Все супер. Это кухня. Здесь дверь еще. Да, здесь еще двери установят и потолок в среду начнут делать. Понятно. Натяжной потолок будет. Здесь очень много электрики. Вообще щиток. Видел щиток? Здесь он, блин, в одной комнате здесь 27 розеток. Да? 27 розеток. А столько зачем? Не знаю зачем. Айтишники живут здесь. Они компьютер любят очень. Понятно. И тут, и там, и там. А вон там еще. Пипец, розеток. Здесь же где-то и рамку? Да. Да, там рамки трешни нет. Нет, никакие. Вот эту сделал я. После ремонта выглядит вот так вот. Сейчас тройка.